теперь очень плотно общается с Моресиньо. Да вообще, Сарума полностью с бразильским составом Локомотива. А какой удар Алексея Макарова! Сместился в центр Мак и с левой ноги. Там был совершенно точно закрытый своими и чужими Иван Островский. Поэтому остался на месте, только наблюдать за тем, как мяч влетает практически в самую девятку. Здесь мы повтор увидим. Ушел от Шишина Макаров и...